Всем привет, меня зовут Юрий, и мы продолжаем качать нашего охотника. Мы уже достигли 20 уровня, и на этот раз мы попали в подземелье, которое называется Тюрьма Штормграда. Быстренько забираем квесты. Здесь мы встретимся с нашим старым другом, которого зовут Дробитель. Вы помните, когда мы делали квесты в Элвинском лесу? Немножечко я о нем рассказал, не так развернуто, конечно, как хотелось бы. Вот, кстати, квест на него. Дробитель написано, пометочка. Его никому не одолеть. Но это мы еще посмотрим. Стражники спят. Так, и вот они, изворотливые воришки. Всякий хлам падает. Ненужный. Разве что только на продажу. Денег мы много не заработаем таким образом, но... Тем не менее... Кому-то каждый голд, как говорится, дорог. Так вот, подземелье небольшое. Два корпуса. И посерединке комната, где будет нас ждать третий босс. Всего их тут три. Я хотел сходить в низину Арати. Но как-то я стоял, наверное, минут 10 в очереди, после чего мне надоело. И я встал одновременно в очередь в подземелье. И вот меня кинуло сюда. Ну, в любом случае, мы бы сюда рано или поздно бы попали. Низину Арати мы в любом случае посмотрим, я думаю, в следующей части или через одну часть. Потому что у нас осталось еще одно подземелье. Курган Иглошкурых, если я не ошибаюсь. И уже будет в зависимости от того, куда нас раньше кинет. Или на Арати, или... Вот уже, кстати, босса бьют. Уже 7 тысяч с него сняли, пока я разговаривал. Рендальф Молох его зовут. 25 уровня. Видимо, разбойник, потому что он исчез. И 21 уровень. Да что ж такое, опять падает оружие. Которое мы, к сожалению, носить хоть и можем, но оно нам вообще ни к чему. Так, а что нам дали за 21 уровень? Ничего нового. Видимо, на 22 хоть что-нибудь новое у нас появится в плане талантов. Жгучий разрушитель. Так, а какого уровня? 31, 24, 22. Обалдеть, 31 уровня с нами человек. А я-то думаю, почему так легко проходится. Причем танк, он, в принципе, на 31 уровне, наверное, это подземелье может пройти сам. А мы так на хвосте повисим сзади там. Я даже толком-то и стрелять не успеваю. Ну, тем лучше, тем быстрее пройдем. Так, лорд Пережар. Это второй босс подземелья под названием Тюрьма Штормграда. И умрет он так же быстро, как и все предыдущие боссы. Так, тканевый ремень. Не нужен он нам. И остался третий босс, Дробитель. Старый знакомый, которого заточили в тюрьму, как вы помните. В Элвинском лесу был квест на него. Так, как-то карта неправильно работает немножко. Да, я могу просто бегать, в принципе, ничего не делать. Танк сам всех убьет. Мне нужна цель.
Зато падут мрачные трофеи, которые нужны нам по квесту на ярмарке Новолуния. Так, и вот он, дробитель, 22 тысячи. ХП у него. Плюс трэш. Но на него, как я вижу, никто внимания вообще не обращает. Убьем босса, да и все. Так, я забыл забрать квестовый предмет у босса. Пламенное сердце лорда Пережара. Нужно будет вернуться и забрать его. Только сейчас обратил на это внимание. И достижение. Тюрьма Штормграда. Так, квесты сдаются вот здесь. Поэтому штаны дробителя кожаные, да? А у меня какие? У меня фамильные штаны, поэтому от этих мы откажемся. Так, нужно вернуться. Карта неправильно работает. Мы на самом деле сейчас находимся вот где-то вот в этом районе. Да, сдвинута карта. Не знаю почему, конечно. Но заблудиться здесь никак у нас не получится, потому что всего два корпуса, влево-вправо и выход по центру. Так, сердце забрали. И идем сдавать квесты. Их здесь не так уж и много, всего лишь три, да? Три квеста. Что нам за них дадут? Интересное такое есть тут что-нибудь? Голову, да? Но мы ее брать не будем, потому что у нас голова, которую купил за репутацию с гильдии, фамильная шмотка, купается за голд, и менять на синенькую нет смысла. Встретиться с тобой, так, ну что-нибудь подороже возьмем тогда. 19, 28, 69, береги вот, вот это вот. Так, а где остальные квесты это сдавать? В самом начале, как я понял, да? Нет, я не пойду никуда. Где-то вот здесь вот горит по карте. Да, в самом начале. Как я и думал, конечно. Так, сдаем квесты. Да, Мортимер разыграл собственную смерть. Наверное, он возьмет имя брата и продолжит его грандиозные планы. Мы с этим разберемся, но со временем. Всего хорошего. И второй. Вот здесь вот он должен быть. Да, вот он точно. Как дела? Ты добыл сердце? Наши люди гибнут, понимаешь? Хвала небесам, этот огонь позволит нашим людям пережить все тяготы. Нет слов, чтобы выразить тебе благодарность. Счастливо. Завершить. Так, покидаем группу. И вот мы появились в том месте, на котором я закончил прошлую серию. И на этом же, опять же, самом месте я закончу и эту. Всем спасибо за просмотр и удачи!